С 1 сентября текущего года в стране началась национальная перепись населения. Это третья кампания, которая проводится с момента обретения суверенитета. Важное мероприятие продолжается в Меркенском и Рыскуловском районах. Перепись позволяет собрать точную цифру численности населения, находящегося в стране, сведения о его составе и условиях жизни. Перепись населения проводится с 1 сентября по 30 октября. В настоящее время в Меркенском районе работают 4 уполномоченных, 14 инструкторов-наблюдателей и 84 интервьюера. Для прохождения переписи в этом году я обратилась к специалистам и попросила помочь мне пройти ее онлайн. Так что перепись я сама прошла в онлайн-формате. Спасибо специалистам. Призываю всех пройти перепись. В стране с 1 октября начался подворовой обход в рамках общенациональной переписи населения. К работе в данном направлении по району Тараскулова привлечены 74 интервьюеров, 4 инструктора, 11 инструкторов-контролеров. На сегодняшний день количество зарегистрированных корреспондентов переписи населения в районе достигло 33 399 человек. Это означает, что по последним подсчетам из 65 280 человек, составляющих население района, перепись прошли 51,2%. По району перепись прошли 51,2% населения. Офлайн перепись прошли 11 547 человек. Призываю всех жителей принять активное участие в важном мероприятии. Специалисты районного управления статистики посетили 108-летнюю Шарманкул Шамырбаеву, проживающую в селе Кугершин. У бабушки Шарманкул, обладательницы Кумысалха, 7 детей, 36 внуков, 99 правнуков и 35 праправнуков. Сегодня интервьюеры провели опрос в электронном формате. Это очень доступно и удобно. Результаты переписи необходимы для разработки государственных программ по улучшению домашних хозяйств, брачных и семейных отношений, жизни людей с ограниченными возможностями жилья, а также для принятия решений по вопросам образования и трудоустройства. Алтын Шонгараева, Жамбыл Ньюс.